Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Ломбард «Титан». Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского, 133. Телефон 78 15 26. В пятницу 25 декабря на трассе Киров-Пермь в ДТП попал автомобиль прокурора Афанасьевского района. Служебный УАЗ уехал в кювет и перевернулся. Подробности этой аварии в нашей традиционной рубрике «Сводка происшествий». ДТП произошло около 7 утра. Известно, что в момент аварии в машине находились прокурор Руслан Козлов и его водитель. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. В Уржумском районе в ДТП пострадали 3 пассажира «Лады». По словам инспекторов, водитель 99-й не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в препятствие. Сам виновник аварии не пострадал. В Кельмейском районе в кювет уехал и опрокинулся фургон «Фиат Дуката». Автомобиль получил серьезное повреждение. Информация о пострадавших уточняется. В Котельническом районе женщина на Калине съехала в кювет. В итоге автомобиль опрокинулся. По словам очевидцев, автоледи планируют подать в суд на дорожников. В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись ВАЗ 10-й модели и Kia. Известно, что девушка на иномарке не убедилась в безопасности маневра и не пропустила десятку. В итоге в аварии никто не пострадал, десятке предстоит серьезный ремонт. Михаил Вагин, место происшествия.